Запись 23 июня. Мы вот остались с Кириллом. То убирали, готовили костер. Пошли купаться. Давай так, пройдем. А в это время идут коровы, пасет Ерема. Его встречает Василиса. Вот они где. Ой, ой, да хорошие какие коровки, а. Да замечательные коровки мои, да замечательные. Вот они хорошенькие. Вот, вот они как. Мы пошли купаться, и вдруг на вас... О, друг мой пришел, алабай. Да, ой, грязный, купался, все, 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 все. И мы все друзья. Шикарный песик какой, ой. Вот он как. Да? Что он говорит? Говорит, что вдвоем купаться идем. Сейчас да, идет наши работают в лесу и у Надежды Васильевны. А мы костер готовили на следующую пятницу. Он говорит, что к нам сейчас подойдет. Что говорит нам? Говорит, что придет сейчас. А-а-а. Ну иди, алабай, иди гуляй. Алабайщик ты наш. Да, сколько радости. Улыбаются, встречают. Василиса наша прекрасная. Однажды Ереме, когда было лет 5, он идет, и здесь лес в леске, а дальше маленькое озерко, и он среди берез стоит один. А идет маленький моросящий дождик. Я подошел и говорю: Ерема, а его Еремия звать, ты то ли потерял все. У него вид такой печальный, говорит: Василису ищу. Такой сказочный голосок у него. Они с детства дружат. Герой былинный: Василису ищу. Она ушла там кому-то, к подругам или к кому. И он дошел где-то, не нашел. И стоит такое. Сейчас они одного возраста, одновозрастные. Вот так. Может быть, на год, кто старше, не знаю. Вот мы идем, где купаться, купаюсь. О, утки дикие, вон там утки. А? Утки, говорю, дикие, вон. Ага, полно. Вон они как там резвятся. Знают, что тут никто их не тронет. Я не знаю, видно, не видно их. Вот. Вон они, вон. И там. Не вижу, я не вижу. Так снимаю вслепую. О, мы двое с Кириллом были, и поэтому я в этом году, кажется, первый раз пришел покупаться, пока никого нет. Сейчас мы маленько. Это я к аренду когда-то. Каренда – это смородина с крыжовником скрещенная. И принес и посадил здесь еще Потеряевки. Ну, не начинали восстанавливать. Вот где еще толкнешь? Вот эти вот ветлы мы все садили. Пруд сделали, вот он сколько теперь. Когда-то он был, потом все разорвано было. Дальше что видать? Храм. Не знаю, видно, не видно будет. Может быть, я так просто показываю. Склад большой Игоря Барабаша. 504 квадратных метра. Вот. Здесь крест прямо в воде. Видите как, вот две раздевалки в прошлом году пришлось сделать. Вот такие доски. Да какие доски, там сгнил пол в доме в одном. Я их все сюда перетащил. Понимаете, вот это деревня, это трава. А вот скамейку здесь куда-то дели, вырвали что-то. Ее, кажется, бык что-то сломал. Бык сломал, кажется. Бык сломал. Вот какой он бык, сильный. Ну, надо, значит, новое закопать и новое сделать, сломал. Так. Сделать толще, чтобы не сломал. Я говорил, сюда не загонять, это пляж. Ну, не слушаются. Вот мы как раз... пришли, она сломана, сломана была вся скамейка, мы ее убрали. Доску убрали просто. А как ты это знаешь, откуда? А мы когда еще начали купаться, уже была сломана. Тебе сколько лет-то? Мне 13 уже. Большой ты уже. Большое. Тут видишь, сколько ряски понанесло. Сейчас пойдем купаться, по ряске пройти надо. Пока никого нет, искупаюсь. Все, пока.